Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигрятки. Сегодня с вами снова я, тигра Надя. И сегодня у нас покупки из Читай-города. Как вы поняли из названия, мне нужно было срочно закупить вот таких вот штучек. Это у нас пайеточки в виде цветов. Хотела еще в виде бабочек, но, знаете, приходя в Читай-город, это всегда так как-то, не знаю, незапланированно. И очень много денег уходит на Читай-город, потому что там все-таки, согласитесь, цены не из дешевых. Вот, но зато там всегда есть что посмотреть и что найти, когда такого нет в других магазинах. Здесь вот такие вот перламутровые желтые цветочки, очень-очень классные. Все цены я напишу, оставлю. Это у нас 86. Здесь написано голографические, но я бы сказала, что они перламутровые, потому что голографические они немного другие. И вот это перламутровые голубые с таким вот сиреневым. Это тоже написано голографически. 21 цвет. Да, вот такие вот цветочки. Очень классные. Нужны будут мне в работе. Потом увидите, в какой. Буду использовать тоже в создании фолдеров, в создании АТС-ок разных и многом другом. Затем идет вот такая вот... как это сказать? Пачка наклеек, да? В общем, набор наклеек вот такой вот. Очень тоже красивый. Посмотрите, как они приливаются. Цветочки. Такая садовая тема. Здесь более домашние цветы. Здесь даже не написано, как они называются. Они стоили 30 рублей. Но не написано. Handmade sticker просто. Ну. И последнее, это вообще то, зачем как раз таки я и пришла. Это вот такие вот штучки. Я не знаю, как они называются. Я называю их бумажные цветы. Scrubberry у нас фирма. Это у нас чайные, а это у нас Dreamland называется. Такие вот два набора. Очень-очень красивые. Просто потрясающие. Не знаю, я вот как хотела именно в таком стиле. И прям повезло, что я их и нашла. Такие вот голубые мятные и тоже мятные, розовые, сиреневые, розовые такие, нежные прям вообще. Не знаю, очень нравится. По 24 штуки в каждом наборе. Конечно, хотелось бы дешевле найти такие цветочки, но насколько я знаю, что дешевле просто не найти. Хотя, если в интернет-магазине, то можно. Вот, но мне нужно было срочно. Эти у нас по 129 рублей. Так, полуденный чай называется. Вот эти вот розовые. А эти волшебная страна, которые голубые. Да, очень красивые, правда? Их можно применять просто, где ваша фантазия захочет. Я буду применять в, конечно же, фолдерах. Так же, как и пайеточки. Вот, и буду применять их в АТС-ках. Надеюсь, что у меня получится. Ну, то, что у меня получится, вы точно увидите, потому что я буду делать это для канала. И в бумажных письмах обязательно. Так что буду в поисках еще вот таких вот разных цветочков. Обязательно покажу вам, если найду что-нибудь еще интересное. В Фикспресс надо взять на заметку, чтобы выпускать такие штучки для нас, мастериц. И думаю, что им будет это на руку, потому что все их будут скупать. Вот, ну, на этом все. Надеюсь, вам что-то понравилось. Надеюсь, вам это видео было полезным. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.